Працягваем выпуск. Ямачны рамонт дарог сёлета правядуць у вельмі сціслыя тэрміны. Гэтаму пытанню быў прысвечаны вялікі семінар, які прайшоў у Гомель аўтадары па даручэнні старшыні гомельскага аблканкама Владзіміра Дворніка. На сустрэчу запрасілі кіраўнікоў усіх службаў, якія маюць дачыненне да абслугоўвання дарог. З падрабязнасцямі Марына Джалая. Тэма вельмі актуальна не толькі для прадпрыемстваў, якія адказваюць за стан дарог. Гэта надзённае пытанне і для кожнага аўтамабіліста. Вядома, што бяспека руху сур'ёзна залежыць ад якасці дарожнага пакрыцця. Пры наяўнасці участкаў з ямамі і калдобінамі увага вадзіцеля цягваецца на тое, каб віртуозна іх аб'ехаць. Таму назіраць за дарожнай сітуацыяй становіцца складана. Спецыялісты абяцаюць, што хутка праблема будзе вырашана. По фінансаванню, в принципе, сейчас вот именно на подготовку автомобильных дорог к летней эксплуатации, которая у нас должна завершиться к концу апреля, в принципе, финансовые ресурсы у нас все есть. Но проблема у нас в чем сейчас состоит? Зима, вы знаете, была очень затяжная, поэтому сроки у нас крайне ограничены. Удельники семинару не только обмерковали ключевые моменты подчас теоретичной частки. Яны наведали участок одной из республиканских дорог, где проводится ямочный ремонт дорожного покрытия с выкористанием нескольких сучасных технологий. Некоторые из них, до речи, можно выкористовать у любой сезон года. Тады чому нават самые новые материалы оказываются недолговечными? Рубка Ультадор обслуживает республиканские автомобильные дороги, которые имеют до 70% просроченные межремонтные сроки. И, видимо, это будет являться основной причиной. Мы делаем ямочный ремонт на тех покрытиях, где уже несколько лет назад должен был пройти капитальный ремонт. Одна из главных мет семинару – организовать работу так, как стислые термины, у якія треба провести ямочный ремонт, не поуплывали на его якость. Разом с республиканскими дорогами проблема ямочного ремонта востро стоит и для дорог мясцовага значения. Этой работой мы уже начали заниматься. В целом будет работа выполняться разными методами. Это и струйными инъекционными методами ремонта асфальтобетонных покрытий, это и методами карт, методом ремонта асфальтобетона. В целом за апрель месяц мы планируем завершить работу по всем основным направлениям. Протяглость дорог республиканского значения по территории Гомельской области – около 2300 километров. На ямочный ремонт, нанесение разметки, инженерные работы спотребится около 2-2,5 миллионов. Должение дорог мясцового значения с асфальтобетонным покрытием – свыше 6 тысяч. За красовик на першочарговые ремонтные работы будет выделено около 3 миллионов рублей. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».